В 5:02 огонь вспыхнул на летней веранде одного из кафе «Эскетима». Спустя 20 минут загорелся баннер магазина на Советской. 9 числа поджоги, которые произошли в 1:05 и в 1:25, предположительно, ну, это следствие, естественно, установит, но, возможно, это был один и тот же человек. Этим будет заниматься, соответственно, МВД. Материалы переданы. Предполагаемому виновнику еще одного поджога понадобилась помощь врачей. Он получил ожоги. Пожар произошел в частном доме на трех хозяев в Шипуново. Общая площадь 220 квадратных метров. С веранды начался пожар и, соответственно, распространился уже на кровлю вот этого трехквартирного дома. Сгорела полностью кровля, веранда, соответственно. Мужчина, который получил ожоги, предположительно, он и совершил поджог. Неисправность электрооборудования стала причиной пожара в частном доме на Партизанской. Огнем уничтожена кровля и веранда дома. Еще один пожар зарегистрирован в производственном помещении. Произошел пожар в производственном здании по адресу город Эскетим, улица Центральная. В результате пожара огнем повреждена печь для полимеризации. Общая площадь пожара составила 30 метров квадратных. Предполагаемая причина пожара – нарушение технологического процесса.